Да уже все тут, блядь, вон они разбежались, два тела просто. Пошли Что, хуя. есть слоты? Я могу на мага зайти, ебать. Да, да, Из заходи, деревни. конечно, конечно, заходи. У нас не хватает духа людей. 6 слотов есть. Я ни одного танка не вижу. Вон он, кром танк. Кром. Давай, блядь. Вперед. Чё вы там? Чё вот вы стали и смотрите, блядь? Танков ждем. Пиздец. Кинь пати будет. А где ты? Там Андрюша уже собрал все. Идите, ловите, блядь, трэш. Вон мобы, блядь, бегут. Давайте их хуярим. Чё, блядь, постоять пришли, что ли? Батя, а чё так много народу? Да это... пиздец. Жестко. Чё, еще есть там челики с твинами, с нормальными какие-то? Юлька, давай раздупляй, где там челики? Может кто-то пришел? Или чё, у нас все в первой резке КД повесили и всё? Не знаю, я вообще без КД, вот я первым чаром только иду, у меня еще два в запасе. Так давай третью соберем тогда, блядь. Задролим тебе ческу. Вообще, типа, я Делю предложила пугари водить в РС. Типа, ни от кого не зависит. Ой. Более тебе тупо одну шмотку. Ну так-то да, хорошая штука. Это когда прям нужна шмотка какая-то отсюда. Но я что-то особой надобности не испытываю в этой хуйне. Ну и плюс продавать можно шмот. Отсюда он подороже уходит. Не анроли чешки, а шмотки, там, запах, какие-нибудь плащ. Да, разве что так. Забирай там, блядь, сейчас он упадет нахуй. Про товар там забирай, пробудите или что-нибудь, вытаунчивай с него. Чтобы они там, блядь, не откидывали миллион раз. И второго там, бдилку на него ебани. Павик, у тебя есть про товар? Я в душе зам про товар, блядь. Ну, тут на X4 нету, пока что. Не, ну есть 10 уровень. Ну, я думал, у тебя про товар головного мозга всю да, жизнь. Да, да. Да не, я заебался, честно говоря, за X2 хватило. Наигрался про товаром, блядь. Может, когда-нибудь выкатят, блядь, что два щита можно носить, так я сразу создам быстренько, блядь. Ну, ходил бы себе чарку выбивал. Ага, блядь. Чтоб третий щит можно было одевать. Нет, чарку в ТТГ. Заранее, чё нет. Можно было бы их передавать, кстати. Блять, меня прям, ну, сильно покоробила эта хуйня, когда выпустили эту обнову с ТТГ, блять. Прям, ну... Да вот наоборот. Это за последнее время самое толковое, что они, бля, придумать себе. Оно толковое, оно интересное, ну... Но почему я, сука, должен переживать, страдать и ждать, когда мне выпадет через 5000 лет чарка, сука, которую я хочу сейчас, блядь? Потому что от везения зависит. Ну так нахуй мне это везение, блядь. Я согласен еще ждать, пока там чешка РДДшная будет или милишная, блядь. Ну вот это, блядь. Шмотка рандомная, чарка рандомная. Там чарок, видели сколько? 50 штук, нахуй, или больше. Блядь, вообще не понял, как работает, да, наверное? Почему? Возможно. Ты идешь единственный латник, вар, тебе чарка либо общая выпадет, либо на вара. На ДК тебе чарка не упадет. Mm-hmm. Типа если в рейде не будет, допустим, ДК, то чарка на ДК не выпадет стопудово. Это да? Неправда. Упадут латы, но чарка не упадет. Нет, это неправда. Да правда, сколько мы ходили. Мы ходили, но разбойника не было в пати, нам чарка на разбойника упала. Ну вот, блять. Это, ну, это вы какую-то вообще сказки какие-то ни разу не было. Знаю, где... И мне интересно, у нас сам, общие откуда чарки вы это вообще падали. Взяли? Откуда вы это взяли вообще, эту информацию? Хз, я чё-то не помню, чтоб у нас что-то ну, просто, падало. Если это где-то написано... Не, вот мы первое КД пошли, и там на рогу упал пояс. Да не, бредово звучит. Значит, я такое значит, первый раз вообще слышу, значит. И такое нигде не написано. Пойти в десятку, в 10 друидов, и чё, типа, все чарки на друидов упадут? Нет, конечно. Ну не, ну как-то да, нелогично звучит. Значит, тебе херово будет. Что там? Латников дохренище. Мега херово, блядь.
Там, чел, я вчера читала, тему на форуме создала, типа, несправедливость к латникам, почему, типа, у тканников и у прочих столько этих. Такой выбор большой, типа, а у латников нет. И на кольчужников, на эликста. Правда. Я форум читала. Эти чё новые? Кольчужники самые... Ребята не понимают, что на пушках нету чаров. И про пушки тоже ныли, там Юфи, по-моему, тему создал, типа, на ванде, чтобы чарка была. Типа, это никак не помешает баланс. Так, а это как раз таки из-за того, что их нету, мы, ну, кастеры не могут больше шмоток одеть. Там точно так же руки, пояс, о нет, руки, ботинки, запястья. Все. Короче, это пояс. Все охуенно, ну, котяра, ебани мне иннер, блять, на войда, нах. Мана нет нихуя. У меня тоже вообще ноль, нах. И это, сейчас добьем блэк, еще ебанешь, короче, столик. Жертвы взять. Там 5 секунд подождите, и маны порезаю хотя бы 10 тысяч. Там разве пояс есть? С МП5. Я жду, там пояс еще есть. Ну, как бы, если чарка нормальная. Ну, духовой, да, духовой, да. Ну, в принципе, да, согласен, можно там взять. Окей, да. На ШП, на лока там. Да, блэк, еще столик сразу. Где-то там. Столик, столик, столик. Тыкайте. А то они сейчас спулят, блядь. Все, надо пожрать сейчас, секунду. Все, там, если кто фуловый, с маной можете идти, блядь. Ебать. Ну да, у меня на холи пали на запах. Их тоже чарка, это общая. На 105 СПД. С 271. Это кольчуга, правда. Пускал латы, кольчуга. Так, ну давайте, что, Кирилл начинает, портовар две копии потом заберешь. Так, ну короче, смотрите, этот, Гастелло, смотри за Фениксом, а Рид, смотри за портоваром, короче, прям волной его ебашьте, чтобы он когда две копии держал, не сдох. Ну я там частицы буду ебашить, ну Юлька тоже хуярь, там еще зубы дашь, если будет две копии и вихри надем. Я бабл на втором, это, нажму нахуй. На первый, короче, выживем так, блять. Давай, пуляй, короче. Бля, что-то мы бафы никакие не дали. Похуй, потом дадим. Ренжу там встаньте на конях. Цирк приехал. На втором откидывании, короче, незыбку сдашь. Где-то на 40. 35-36 там. Ебать, зависло у всех? Первый. Бля, ну вот это ж точно ШП. Это стопудово ШП. А то я бомбочку кинул, дыка. Баное говно, нахуй. Заебало, блядь. Параша. Ну, видишь, Кон? Ну. Да-да-да, вообще. Ну то ли Рид там что-то с ботом сделал, блин. Да, потому что заебали тебя по две буквы все время спами, как долбоебы некоторые люди. Так хотя бы не сразу останавливаются. Не, ты ругался на то, что постоянно ранг проверяет свой. И ты, ну, сделал то, что тоже убрал. Теперь бот спамит постоянно. Бот спамит. Нет, там можно предупреждение убрать, он будет просто удалять сообщение. Тогда они не будут понимать, почему сообщения удаляются. Нету одного, не будет. Это Кирилл, а ты говорил 500 EP за груль магик. Я еще и фильтр ставлю.
Ебать, кто это? Кринж, это ты? Я ты жесткий. Че у тебя за круги под глазами, блядь, не выспался? Сейчас бы озона не знать. А кто это, блядь? Я не знаю, кто это. Бот, блядь. Магазин такой, блядь. Это, блядь. Бля, Славян, ну ты знаешь всякую хуйню нахуй. А легенд не знаешь, что за хуйня. Ну вот кто вот этот пацан вот, с кругами под глазами? Блядь? Озон. Озон, терпи. Ты стример, наверное, какой-нибудь. Славик, ты просто старенький уже. Триггеров не знаешь? Блядь, знаешь, что мне пишет Лачданан? Помнишь такого шамана? А, да. Чё пишет? Привет, и ты пишет. Тут? Если в Дисе появишься, мне книги. Он же мне тогда шамана отдавал, я шамана в Геру ходил. Первый раз в жизни хилей, блядь, хули цепуху нажимал, блядь. Да, ну нах. А ничего не изменилось с тех времен, Славик. Да, да, я знаю. Я же сегодня залутал, блядь, на Эршаму пояс 271-й, кольчужный с Халеоном. Тапки еще приодел 260-й вместе 51-х. Вчарился такой, ну нихуя. 254-й теперь Эршам. Я его охуенно одел, когда в Золоман пошел каким-то 245-м, блядь. И там выпало плащ, блядь, пуха, блядь, и еще что-то. И щит, короче, 254-й. С Кириллом тогда пошел хилить. Скажите, как станет сервак? Сука, блядь, столько времени отнимает эти дисконы, блядь. Вы уже могли тюрьму вторую проносить. Ну, первую хотя бы. Меня всал. Не надо, не давай мне надежду. Да не, прикинь, ты сейчас зайдешь такой, блядь, и хуй пойми, что нажимать, какая там ротация должна быть. Я там толком прочитать не успел, что за хуйня. Кто-то говорит, блядь, там говорит, сферы уберут. Уберут их или нет, я так и не понял, блядь. Сфер не будет. Угу. Чекайте обновку. Да нет. Сферу уберу, теперь просто будет сразу в цель, типа как дебаф, он будет наносить урон и тикать еще 6 секунд каждые 2 секунды. И от этих 2 секунд будет иметься шанс появиться еще духу, который тоже надамажит. Короче, он говорит, гоняет ли кто-то на его аккаунте или нет. А он говорит, племянник 7 лет хочет Вовку ему показать. А я хуй знает, я вообще не знаю. Я давно не играю на X2. Пускай он ему покажет доту, и он поймет, что не надо еще пока играть ему. Ну, да это уже его дело. Золоман, что-то, блядь, неохота ходить. Вот Вара сделала. Мы завтра пойдем в Золоман. Золоман и этот, погибель. Ой, жесткие вы ребята, конечно. Я по десяткам, я не могу. Десятка это заебись, конечно, охуенно. Ну, когда компания хорошая, почему нет? Не, ну так-то да, так-то да. У меня, в принципе, на завтра что, блядь. Походу, нихуя и не распланировано. А когда пойдете, во сколько? Не знаю, это зависит от того, во сколько проснется Адель. Но там Дримич сказал, в 3 часа не может. Попозже, мол, в 5. Mm-hmm. Посмотрим. Ну, я думаю, что в 5, в 6, наверное, тогда, если Дримича не будет. Ну, что скажу. А слоты кому-то есть или все забито там? А, нет, есть, конечно. Mm-hmm. Я бы палом сходил, я хочу, это знаешь, как он. Джинрок меч вот этот на пала хочу. Блять, колбу и банную выбить надо. Мне почему-то кажется, Джинрок лучше грани. Мне тип какой-то объяснял, блядь, говорит, грань лучше, нахуй. Хотя там 2 дырки. Пустил? Пускает, заходим.
Да, были времена, конечно. На X2 мы ничего так хорошо поиграли. Слышь, Сумон Каноп. Бля, он тут разъебет X4. Каноп? Да. Ну, блядь, Каноп. Вот если бы его, в его молодые годы вернуть, блядь. Какой он был в 2013-14 годах, блядь. Все запускают, заходить. Да. Ну, бы, конечно, жестко было. Как он там, блядь, Синдру травят, блядь, 10 вайпов, блядь. И челик какой-то говорит, блядь, мне, говорит, завтра в школу надо. А тот орёт, блядь, надо в школу, пиздуй, сука, мой ноги, ложись спать, долбоёб. Так у него все рейды такие были. Хохма, блядь. Ну, комьюнити... Ой, да куда тебе это вспоминается? Ты уже реформа пенсионная. Месяц или на пару. А чё бафать нахуй? Бобрусон, ты чё бафаешь? Наиль. Угу. Короче, Бобрусон, я буду каски бафать. Бафы... Да, кулаки. Что-то сегодня ребутов очень много. Что ты, моделишка, не сделали ничего? Уже, да, блядь. Я много шмир был, чего оно должно быть. Нет, что-то одно осталось. И мы не сделали. Да нихуй сделают, нахуй, они же, мне кажется, это должны выкатить в DC Sirius, что типа, мол, обнова вышла, блядь. Нет, а мне кажется, дайте анонс в чате, типа, перезаливка, там, тра-та-та, я думаю, что анонс будет. Да они заебали, нахуй, лучше бы сделали как-то более-менее нормально это, блядь, стабильное, блядь, Т4, нахуй, вот это заебало казино, нахуй, под расу подстраиваться, блядь. Под ринкеты, нахуй, под камни и всю остальную хуйню, блядь. Они должны, наверное, раздавать, когда Т4 меняют, потому что... Сейчас вон там я, блядь, этих дестриков почитал, нахуй, это вообще какая-то хуйня, блядь, бредовая, нахуй. Дестрики, блядь, еще и БДК, нахуй, трахать будут. Сейчас понерфят их, нахуй, и будут, блядь, хуже, чем были эти дестрики, нахуй. Чекайте, блядь. Котяра, ты тут? Заходи. Место очереди 20. Вот там Церебрус есть, нахуй. Ебанишка. А какой там, блядь, ты чё, ты посчитай, там если в рейде у тебя 50% крита нахуй собирается, блядь, в среднем хб там критовало 27-28. Ещё если с демоном там под проком, у тебя в начале будет пула нахуй там ебанишка. По 70к хб вылетать нахуй, вот считай, блядь. Тыкните. Сколько вообще в рейде крита можно набрать? Ну типа сейчас у меня 35 собственного. В районе ну, 45 ну, можно набрать. Ну, считай, типа... Вообще, ну, да. Я думаю, если постараться, можно и все 50 набрать. Рид, ты заходишь? Улька еще можно попросить. Бафов или как? Ты хочешь сказать, я имею 35, набрать, наберу в рейде 15 еще? Ну да. 5 получается лог, в районе... 5 маг, это 10 уже шаман, 3, 13 уже. Без и мага МК, это где-то по 7%. И вот еще 3%, ну 16% всего можно максимум набрать. Ну, плюс еще от расы 17%. 17% можно набрать. Ебать, душно что-то, сука, ночь вроде. Ой, уже душно. Да. Один. Рид, ты где там, блядь? Алло. А? Ходил, водичку наливал. Заходи, ты только с МК можешь получить в районе 10. Отплачивай. Церебрус, я хуй знаю. 5 дает стрела. Получается, что еще? Там, там мы сейчас говорим именно о твоем рейтинге крита, а не по боссу, если там на боссе всякое блядство висит. Там вроде бы считается от критического удара твоего. Ну а что, от босса не считается, нет? Ну там как написано, я так понял, что нет. Ну как, от твоего крита чисто. Тоже, да, спорно. Принимайте готовность, надо ебашить быстрее. Все готовы, запускай. Ты что, сейчас чародейница будет ебашить? Угу. Цирк приехал. Буду, конечно. Дождалась, блять. Да мне похуй на этого дестрика. Если бы мне было не похуй, я бы боролась, может, за него. Не за нерв другого класса, а за ап своего. У вас вроде бы мало, блядь, а стаков нахуй, такое чувство, что, блядь,
не знаю. Ебать, как прошибает, нихуя себе. Так 80 снайков. Ну все, спали. Блять, постановили. Дели задел. Блять. Он, мне кажется, когда вырастает, у него типа фрейм увеличивается, видимо, сейчас задел, блядь. Сейчас смотрите, короче, массы выдадим. Я тоже, короче, дам на эту на волну. Вар, тебе если что надо забирать копию, она, блядь, короче, Кирилл, заберешь ты, наверное, копию. Ну, то, да. А то он уже далеко, блядь, вар этот. Хотя рыба не инер, пока ты живой по войду. Так. Давайте массакры, бабл нажал. На 2% переводим. Ну, сука, давай. Ну, у меня они еще хильнули, заебись. Спамим по Кириллу больше, там, сильными хилками. Вора не шотит. Блять, вар нахуй. Че у тебя там луки забирают? Бать, он захилился, пиздец, конечно. Давай, похуй, хилим. Подъебало там не стать. Церебрус, блять, вы че? Вар вылетел нахуй. Кирилл, забирай копию эту, забирай. Таунти. Блять, я миликов положу так нахуй. Они ж хуй отойдут, блять. Отойдите. Они будут стоять нахуй до тоталова, блять. Бегай, короче. Это. У меня владыка ужаса, по-моему, забирает нахуй. Не, это... Хилим, короче. Если чё, беги там. Давай, колют. Ставьте все тотемы. Владыка, ставь этот нахуй. Гимна мана, ебани. Маны у нас сядем, блять. Не ёбну сейчас вам нахуй. Можете бить один таргет, блять. Да не ёбнут они меня, нахуй, если стакнут. Ну, можешь какая, если закрутишь, ну эти, вот это. Да похуй. Лучше, конечно, побегать от нее, я не знаю. Так, мана пока есть, в принципе. Бейте один таргет, пожалуйста, вы сорвете агро, я не могу на троих держать. Ты тянули, блядь, все слегли как по-тупому, блядь. Андертач, давай там гимн. Все, пизда нахуй. Петя не успел съесть. Товар, блядь, вылетел, конечно. Да там, ебать, столько дамага от них проходит, от них лучше бегать. Хотя бы, когда вихрь не кастуют. Пару тысяч выйдите. Круто было, блядь, давайте еще раз так же, блядь. Кто-то там на выход бежит. Только вот это, все, босс исчез, можете заходить в инст. Вы заебали, ребят, вот нахуя вы бегаете? Ну неужели вы такие конченые? Ну умрите, блядь, ну. Почему вы, долбоебы, начинаете бегать? Откуда у вас взялась эта привычка, блядь? Когда вот вайп нахуй. И вы тянете время, блядь, начинаете бегать. Вар, у тебя там нормально с интернетом, не вылетишь? Да, да, сейчас, это что-то... Смотри, смотри, тебе надо вторую копию тоже забрать. Ты с ней я пойдешь? Я заберу. Вот, поближе. Поближе, да. Стой, потому что ты ушел. Короче, ты понял, да? Так, бафаемся. Блять, рыба у меня на совет. Тут у меня прав нету. И ставьте тут рыбу. Пока бафаем. Жрите рыбу, он стоит. Кто там? А, Кирилл вылетел.
Заебало, что Дуны слетают. Да хуёво, Юля, хуёво. Что Дуны слетают. Да какая Гера нахуй, ты видел, босс захиливается с 30 до 50%, блять, ему ещё похуй. Когда-нибудь вы поймете, наверное, что такое держать рейндж, блядь. Да или он две рыбы сразу ставит. Ну. Скорее всего, готов? Все, запускай сразу. Там хилам, давайте ренжу. Блять. У нас один мозг на двоих славит. Да пиздец нахуй. Да милики, сейчас бейте, сейчас похуй на стаки. Главное, чтобы потом, когда два было нахуй, вы много не набирали. Можешь пару шагов назад хотя бы? Что, я? Это ты мне говоришь? Лекич. Так, первая откидывалка. Опять отхилился нахуй. Что это за хуйня? Че он отхиливается, вообще не могу понять. Там что-то обилка его, блять, ебаная. Какая нахуй обилка, блять? Первый раз такое вижу нахуй вообще. Ну, на Сирусе только, блять. На X2 тоже он отхиливается. Ну я на циркуле тоже не видел такую хуйню нахуй. Не было ни такого нахуй на X2, блять. Ну в то время, когда ERS актуально был. Ну, в то время, да, не было. Сейчас все он хиливается тоже почему-то. Мы же поэтому и разводили вроде. Нет? Уж не помню, блядь, это когда было. Да не, нихуя. Не из-за этого. Они же, типа, ну, он отхиливается при откидывании, когда появляется второй. Странно, короче. Котяра, давай я по войду. Готовимся к 33% массивы. Давайте шустренько еще что-то гену разгоняемся. Давайте массивы даем. И копию. На завтра с пугами соберем. Так, квар забирай. А, на Хондер Точ, блядь. А, ну, квар забрал хим. Ну, я побежал. Давай, блядь, не забирайте, пиздец, блядь, он же вихрь кастует. Что ты делаешь, блядь? Ну, если на меня побежал, нахуя ты его забираешь, ну? Все, бей, бейте так уже. Взял и бил нахуй людей, блядь. Босс барьера, блядь. Блядь, Серберус нахуй, это пиздец, блядь. А, Т4 я нон-стал. Нахапала, конечно, кайфовая, блядь. Прям, ну, меняет класс, пиздец. Ванильный хэпал бы столько, бля, нихуя, убило пацана. А, у, 2%. А добивайте нахуй уже, поебать. Лол, блять. Он, короче, вот это вот, ну, прикольная вот эта хуйня на сервисе. Он стоял на одном месте, да? Я не дергался, ничего, не двигался нахуй. И он решил мне зайти за спину. Новая механика, блядь, столько на сервисе. В лесоте не пробивают, решил по-другому, нормально. Искусственный интеллект работает. Пейте, ешьте. Yeah. Этот, Хант, у тебя есть усмиряющий выстрел на панели там, блядь?
У него есть баланс, кидает. Все, поехали. Тут взлетка будет по-любому, потому что у нас немножко поменьше ДПС. Ребят, ну встаньте вы хотя бы в одну линию РДДшего. Ну чтобы влево-вправо не ходить через вас. Что за ебаная привычка рассасываться вам? Меточки. Метки вообще сильно бьют? Нельзя в рейде оставаться? Блять, в рейде нельзя. Они, по-моему, дезориентируют. Они дезориентируют, видишь. Бьют-то они не сказать, да? Что пиздец. Ну, может, но еще... тому игроку, на которого кидается, понятно. Я имела в виду по соседним. Сильно бьют? Типа нельзя не... пережить под хилами? Да, блядь. Да, наверное, можно, блядь. Блядь. Ну, видишь, вроде можно, блядь, заебись. Заходите, там вы быстрее будет резать долго. И сразу к этому коню. Забегайте сразу. Жаль, что придется прикончить вас. Вы патриот, блять. ТТГ дворей, договорите, да? Ну, сегодня один, наверное. Мы не сможем собраться так людей мало, чтобы разделить эти пачки. Да. Один пойдем. А завтра не знаю. Ну, если что, с пугами наберем, то никто возьмет. Можно десяточку ебануть после 25-ки, кстати, вторую. Я бы тоже, да, десяточку послал возле того. Чё за хуй? Короче, я не отведу уже босса, нахуй, будете в херемей. Я похую. Ёбну. Когда ты ТТГ вы хотите? Сегодня, ну и завтра второй рейд еще собрать. Ну, если что, с пугами. Ну, сегодня гильдейский чисто, а завтра, если людей прям вообще мало будет, то просто... Ну, Славчик. Ты, Юля, имеешь в виду трех. Десятку? Нет, у меня на десятку КД на трех чарах. А, нихуя. Жестко. Я теперь не вылажу оттуда. Я бы одела чара чисто для ТТГ, еще одного. А чё за... Я ж нажал там. Чё за хуйня, блядь. Сирус, блядь. Сейчас будет 8 мобов. Быстрее. Да. Я хочу... Интересно, я придумал миликов убить нахуй. ТГХМ хочу. Не, ну, типа с драконом, да, я там специально подошел. Давайте потихоньку прожимочки сейчас. Чтоб Юлю шотнуть. А здесь нет, здесь не специально. Нет, короче, я говорю, справа этот, ротанка. Этот, Кирилл, прожимай, не записывай прожимки, отдавай. Ага, котяра. Блять. Пизда, нахуй. ДКД, блять. Давай, ага. Это, что у нас там, ДК есть? Кирилл, давай войско, короче, на этих мобов, может сработает. Не знаю, сработает, нет? Короче, дал бабл. Пробуем. Сейчас еще массакру ебану. Ну, добьем доковыряние. Поэтому, блять, два танка тут надо, чтобы мобы в краях стояли, а не тут. Юля, ты что, обиделась? На что? Ты что, на обидчивую похоже?
На злую, да, на обидчивую вряд ли. Да вроде немножко так, но иногда как бы, ну ладно. Да, как-то да. Нет, я просто не совсем в духе. Братовар, короче, танчишь свет. Че у нас получается? Кого-то в тьму надо ебануть, да, с вас? Кто в тьму хочет? Скорее всего, хочешь, да? Давай ты. Юля хочет. Короче, я в свету останусь с протоваром, остальные все в тьме. Первая, вторая во тьме, третья, четвертая в свет выйдите. Вот. Не, что-то ты прям сильно. Бланш еще оставь в свету. А, бланш. Во тьме хватит. Ну, давай. Точно хватит? Что там, Беба, Бобрус? Хватит, хватит. И скорее всего. Может еще приста ебануть туда? Давай я к дотку ебану. Нет. Похуй. Да хватит! Я же тебе говорю, пускай лучше фиту больше будет, у них перебежки, они-то постоянно. Так, кто в свет, кто куда там, что там, решили, да? Первая, вторая во тьме, третья, четвертая в свет выходит. Отойдите. Блять, ну, пиздец, вы что там? Он держит босса. Ну вар нахуй, на... блять. Ты что, ты тут? Иди, Севар, вообще, блядь. Сходите. Секс машин. О, еще немножко, он нас бы портанул в центр, и пришлось бы всем умирать, блядь. Так нахуй его отагривать, я бы так забегал, загрил. Чё, по киллам, Славик? Вы втроем. Да он же сказал, только войд в свету остается. Я в свету с Варом остаюсь. Там он Гастелло просто пишет, тоже в свет пойдет. Как вы сейчас спулите, не знаю, или Кирилл спулит, потом сбил, ну, похуй, короче. Пускай он Агрона берет, это. Иди забирай босса, чё-то. Вот сейчас Вар забрал, тогда на Вара там на пульте дополнительный силос, не в КД, напомню. Иди чё за... Блядь. Борсон, 10 шагов назад. Ну кто это диспелит, да. Нахуй? Вас спросили, блядь? Перебеги через босса. Кто спросила, кто диспелит? Так а нахуй диспелить в рейде, блядь? Нахуй вы диспелите? Сейчас посмотрю, блядь. Гастелло, блядь, не диспель нахуй просто так. Ну надо же вынести метку. Ой, да, он, блядь. У нас, да, кстати, Гастелло чисто это, хай скилл. Перекинул ага. Нас всех от метеора. В натуре, блядь. 25 так же будем делать, блядь. Будет метеор, сейчас готовимся. Да когда будем перебегать, смотрите, лужа, если что. Побежали. Там только в лужу не встаньте. Со стороны печеньки заходите, пожалуйста. Вот выноси Агдотка. Кто? Агдотка. Я тебя понял. Еще неправильно сказал, блин. Все, заходите. Заходите. Перейдите на ту сторону. Там, скорее всего, на тебя ассист, на себя метку и бонита, поводи их. А, вон звезда, вижу. Короче, перебеги всё обратно. Да, вот на ту сторону. Где начинали, ага. Я сейчас потихоньку начну ворочать его. Так что двигайтесь. Стала опять меточка. Теперь надо будет фридом кидать, кто метку выносит. Да, потом как-нибудь позапуливаешь еще. Будет куча РСок впереди. Сколько там процентов? Реброс, кыш. 55. Нихуя себе, что так. Лезвие раньше начало время таймить, странно. Вставалка есть? Калют. Ага. Стой дальше, калют, посом. Не стой так близко. Фрейм же большой. А нахуя ты зашел туда? Стол стоял бы тут? Ну и ладно, похуй. Дин хочет сейчас выходить. Фаза пошла, Вар, готовься. Лезвие аккуратно, сейчас будет.
Выходим там, третья, четвертая. Калютка как раз. Я, короче, на противоположной стороне стою. Сейчас смотрим, на кого метка кинется. Если что, там присты, маги, там диспелим себя. Вон этот Блэкич сам себя диспел. Перебегайте к хэпалу. Перебегайте, хули вы стоите. Ну, не обязательно. Он уже просто упал в лифт. Еба. Давай, выноси. Цири. Эндертач. Геру, да, давай Геру похую. Бежали сразу. Метеоры падают уже. Так, уноси. Цель сам. Там, говорю, не отстоит. Побежали, ничего. Серебрус. Нельзя воинам назад вернуться, когда метку выносишь? Можно. Пару. Оберсон, кыш, метка. Как долго пьем? Так, на танке перебеги, просто стоим на месте. Хила чешка или по заказу, блядь. Я ее вообще не вижу, потому что. Чё там, Кирилл? Тупо, блядь, рит на ныл, блядь. Это Кирилл, ты там нажимаешь? Давай, я на ныл, а наконец-то. Давай заберу хуйся. А мне тут не хуй. Отказывайтесь быстрее, ребят. Давайте чешки начнем с вами. ГЦ, хули. Кто там выигрывает? Рит, говоришь, да? Ой, блядь, понятно, но. А нет, королева, ну, у меня больше. Ну, только 2000 ставят. Я думаю, мы шестерик с ней хотя бы. Только давай. Королева, есть чешка. 7000. Хуярю, или? Хотя, нахуя тебе? Была бы ты холик. Плащик. Плащик. Давай, Мендрин. Короче, 2000 рит, да, забрал? Нихуя. ГЦ. Плащик хороший. Короче, я заваливаю ебало, блядь. Заебался активацией сидеть. Такой 44 спейси. 4-4, наверное, он умеет ебал. Я дома. Я уже спать. А будет?